सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समयुक्तम् वृंदावन मनोहरम् वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेवी पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धेयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तेथास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनुतपाल भवाद्दिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाया विस्फुरजित किमपि गवधू स्वादर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबोधातु संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विशांबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषी त्वाम भागम नारायणो प्रियमनंगो मदापहारम वाराणसी पुरपति भजवीशनाथम वागीशजुस्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Арадда Бхагавана Ваджасастанаястаддхама Вриндаванам Рамма Качиду Пасана Браджавади Варгена Жакальпита Симад Бхагаватам Прамана Мамалам Пима Памартха Махану Сри Чайтанна Махапабхурматам Идам Таттадранам Арадда Бхагавана Ваджасастанаястаддхама Вриндаванам Рамма Качиду Пасана Браджавади Варгена Жакальпита Симад Бхагаватам Прамана Мамалам Пима Памартха Махану Сри Чайтанна Махапабхур Матам Идам Таттадранапара. Годи Гоштипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамамса Джагадгуру сказал, основная задача Ачарьи – это защитить Сиддантавани, Шротавани. Годя Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамамса Джагадгуру сказал, самая основная задача Ачарьи – это защищать Шротапанту, Шротавани. Потому что если Шротавани защищено, то тогда все защищено. И что значит защищать Шротавани, сохранять Шротавани? То есть сохранить Шротавани в нетронутом виде. То есть вся сиддханта, что мы получаем по Шротапанте, Прабхупада сказал, что это все должно сохраниться полностью. То есть все зависит от этого фактора. Чистота нашей сампрадаи, процветание нашей сампрадаи, баджан, все должно зависеть от этого основного фактора. Если у нас не получится защитить сампрадаи квани вайбаву, тогда мы можем собирать сколько угодно денег, мы можем становиться известными, мы можем построить много храмов и так далее. Но это не будет иметь никакого смысла. Открывать храмы не имеет никакого смысла. Только защита Вани даст нам... Прабхупада сказал, в нашем каждодневном баджане мы должны всегда защищать Бхактивинодхару, мы должны обеспечить ситуацию таким образом, чтобы поток Бхактивинодхары, он лился непрерывно, чтобы новые поколения, молодые поколения, они тоже, чтобы получили возможность соприкоснуться с этими учениями. И тогда ни у кого не удастся нас уничтожить. Если Вани Вайбава будет защищена, то основная сила это в этом. Прабхупада, он говорил такое, гора Вани более важно, чем гора Сварупа. Гора Вани более важно, чем гора Виграха. Потому что Вани нам объясняет все. То есть через Вани мы обретаем понимание. Таким же образом, если мы осознаем Вани Сварупу Прабхупады, Вани Сварупу Прабхупады, тогда мы будем защищены. Мы совершаем баджан, мы можем назвать это баджаном. Но... То есть защищать гора Вани, это баджан тоже, защищать Бхактивинодхару. И Прабхупада, он обращал огромное внимание на Брихат Мриданга Севу. Что это означает? Если вы будете играть на вот этой мриданге, то мриданга и ее звучание распространится по вот этой комнате, или, может быть, даже вне комнаты на каком-то расстоянии будет ее слышно. Мриданга, если вы играете на мриданге, то это очень классно. Это Нитьянанда Прабху. Но звук мриданги, он слышится, то есть, да, на определенном только расстоянии. Но что имел в виду Прабхупада под Брихат Мриданга? Он имел в виду, что при помощи... Прабхупада, он хотел распространить учение Гуранги Махапрабху в нетронутом виде по всему миру, то есть неискаженные учения.
а такие, какие они есть, без каких-либо искажений. Брихат Мриданга Лила — это вот печатание книг. Он выпускал разные журналы, каждодневные, еженедельные, месячные. Гора Патрика, Саджана Тошини. Столько он статей написал, столько разных много книг. И на разных языках. В настоящее время мы думаем, у нас столько... Так технология продвинулась вперед, у нас столько... преимущества, но мы не в состоянии так проповедовать, как проповедовал Прабхупада. Мы даже нам не удается, обладая всеми этими технологиями, но Прабхупада он совершал такое служение денно и ночно. Сколько, как он любит Гуранга Махапрабху. Денно и ночно, без какого-то отдыха он постоянно проповедовал. И Прабхупада он очень был осторожен. Когда кто-то менял Сиддханта Вичар, когда что-то там, кто-то придумал какие-то манипуляции, то есть Прабхупада он всегда был начеку. Если он видел, что кто-то ведет себя немножечко по-странному, то есть как кто-то говорил странным образом, совершал какие-то поступки непонятные, то Прабхупада он сразу же, разбирался в этом вопросе, постоянно все восстанавливал систему. Учения должны быть, передаваться из поколения в поколение не в нетронутом виде, то есть они должны, не должны видоизменяться. Гуранга Махапрабху в Нилачалдаме совершал свои игры. Что означает лила? Все, что он делал, все, что он говорил, все, что он... на что бы он ни посмотрел, то есть вся его деятельность — это лилы, и они предназначены для того, чтобы научить нас. Он, когда-то он, например, выражал почтение Гуру Варги, чтобы нас научить, он, когда что-то кому-то говорил, это было учение для нас. Шлока, с которой я начал сегодня, это очень важная шлока. В этой шлоке мы находим суть Гаудия Бхаджана. Весь Гаудия Бхаджан, он представлен в этой шлоке. Это своего рода программа обучения в Гаудия Матхи. Когда вы куда-то поступаете, в какой-то университет или в колледж, то вам дают программу обучения. После чего вы изучаете этот план, ну то есть вот эти предметы, и потом вы сдаете экзамены. Вот эта шлока, это суть Гаудия Бхаджана. Если вас кто-то попросит, скажи мне в трех строчках, что такое Гаудия Бхаджан, и вот эта шлока, она объясняет суть Гаудия Бхаджана. Махапрабху, он всю свою жизнь он хотел показать нам это. Махапрабху, он сам Кришна, но он постоянно показывал нам, как поклоняться Кришне, как любить Кришну. Он никогда не говорил, что он Кришна. Он Кришна, но он никогда не выдавал себя. И когда кто-то его называл Кришной, то он сразу же ругался. Не называйте меня Кришной. Если вы будете называть обусловленную душу Кришной, это большое оскорбление. В то время как он был Кришной, ну, в смысле, он сам Кришна. Арадья Бхагаван. Наш объект нашего поклонения — это Враджеса Таная, то есть Нанданандан Шри Кришна.
Радика Над Кришна, Нанда Нандан Кришна. Объект, которому мы поклоняемся, это Нанда Нандан Кришна или Радика Раман Кришна. Не Матура Над Кришна, не Дваракадиш Кришна. Нет, мы не заинтересованы в таком Кришне. Кто-то иногда совершает баджан Кришны, но их баджан, он не дает результаты ожидаемых. Очень такая известная и важная личность, вы слышали ее имя, Мирабай ее зовут, она получила Кришну. Ее баджан Кутир находится во Вриндаване, рядом с храмом Рада Дамодар. Возможно, вы не знаете, потому что там улочка такая туда ведет. И она совершала баджан Кришне. И она, у нее не было желания наслаждаться. Она не хотела совершать асатсангу с самого начала. Она была королевой. И потом она приняла Кришну своим мужем, абсолютным мужем. И она совершала баджан Кришне. Какому Кришне она поклонялась? Нанда-нандану Кришне. Она написала киртаны, она пела киртаны Нанда-нандану Кришне постоянно. Я хочу только Гиридари Лала. Я знаю только его. Это единственное, что у меня есть в жизни, и мне больше ничего не нужно. То есть она совершала баджан Гиридари Лалу, но она совершила ошибку. Какую? Она не посчитала нужным следовать Шримати Радарани. Она думала, что Радарани — это ее соперница. Я люблю Кришну, и Радарани любит Кришну, поэтому мы соперницы. Она совершила одну ошибку. Всю жизнь она совершала баджан Нанда-нандану Кришне. Гиридари Лалу. Но в итоге она не получила лотосные стопы Нанда-нандану Кришны. И мы не должны совершать подобные ошибки. Это самое главное. И по вдохновению Бхагавана она отправилась в Двараку. И когда она смотрела на Дваракадиш Кришну, она слилась с божеством. Она сначала она хотела покончить жизнь самоубийством, она хотела прыгнуть в океан, но Кришна ее спас. Это очень важно. Особенность заключается в том, что Бхагаван, он пролил свою милость, но она не получила такую милость, какую получили в Раджа-гопи. Кришна предоставил ей положение царицы в Двараке, как Рукмини, Сатьябама, Джамбавати. Она получила подобное положение. Она не получила особого положения, которым обладают гопи, на котором находится гопи. Если мы совершаем Кришна-бхаджан, и если мы не следуем Шримати Радарани и гопи, тогда наш бхаджан, он завершится. То есть мы не добьемся успеха. То есть мы в гаудия-бхаджане, мы не добьемся успеха. Гаудия Баджан значит быть под руководством Шримати Радарани. И в этой шлоке это объясняется. Объект нашего поклонения — это Нанда-Нандан Кришна. И мы не заинтересованы ни в Двараке, ни в Матуре. Мы хотим только Вриндаван. Мы поклоняемся Кришне во Вриндаване. How you can
И как мы должны служить Кришне под руководством Гопи? Гопи, они служат Кришне вечно. И мы должны следовать по их стопам. Если вы попробуете служить Кришне не под их руководством, вы никогда не получите нанда-нанда нашей Кришны. И по мнению Шримана Махапрабху, Шримад Бхагаватам — это самое авторитетное писание. И Шримад Бхагаватам, он может дать прему. Бхагаваджи Махапурана не отличен от Кришны. Не то, что не отличен, а он идентичен. Бхагаватам — это Кришна, Кришна — это Бхагаватам. Кришна, он принимает форму трансцендентного звучания. Трансцендентной звуковой вибрации. Шукадева Госвами сказал. Шукадева Госвами сказал, что Шримад Бхагаватам — это Сакшат Кришна. Сам Кришна, он воплощается в форме звука. И я вам уже сказал, что Шри Чайтанья Махапрабху, он постоянно подчеркивал важность этого момента. Чайтанья Махапрабху не давал каких-то наставлений, делайте то, делайте это. Нет, он говорил, что посредством санкиртана вы получите все, что касается садхи, асадханы, таттвы. Вы все получите через нама санкиртан. Шукадева Госвами, он сказал, что Шримад Бхагаваджи Махапурана — это Сакшат Кришна. А мы можем выразить сомнение, как это возможно. Мы знаем, что Кали-Кали Нам Рупе Кришна Аватар. Кришна является в Кали-Югу в форме Нама Санкиртана. В форме Намы. Мы можем это сказать, мы можем говорить это, повторять, но мы не верим в это. Как же это возможно? Имя не отлично от Кришны, да. Чайтанья Махапрабху в Шикшастаке сказал. Вторая шлока Шикшастака. Бхагаван, ты являешься в имени, в форме имени, и ты поместил все свои энергии, всю свое могущество в имя. И Брахма, он получил способность создавать при помощи имени. И Хануман, он попал на Ланку, построил мост с Ланкой при помощи имени, имени Рамачандры. Я вам тоже рассказал эту историю, как Кришна, он, то есть его вес был... то есть всего лишь имя Радарани на листочке Туласи перевесила или сбалансировала тело Кришны, его вес.
И для воспевания святых имен не существует никаких строгих правил. И Бхагаван, ты поместил все свое могущество в свои святые имена. И нет никаких правил, что, вот, например, с утра в 5 часов можно петь святые имена, а в полдень нельзя. Нет, можно воспевать святые имена в любое время и при любых обстоятельствах. И вот основное учение Махапрабху, он хотел нас научить, что посредством Харинама, с помощью Харинама вы обретете все. Не то, что вы только встретитесь с Кришной, но вы увидите все лилы Кришны, потому что в имени пребывает все в форме семени. Все находится в имени, как семя. Когда нама раскрывается, то в нами вы обнаруживаете все. Дама, лилы и так далее. И Махапрабху говорил об этом. То есть вторая шлока Шикшастакам говорит: ты проливаешь на нас эксклюзивную милость, абсолютную милость. Ты снисходишь в форме имени, но мы такие неудачливые, потому что мы не заинтересованы в воспевании Харинамы. Шримад Бхагаваджи Махапуран это прамана мамалам. Это значит, что это абсолютный праман. Доказательство, наивысшее доказательство, самое авторитетное доказательство. Према Пумарто Маган. Если вы будете слушать Шримад Бхагаватам из авторитарного источника, авторитетного, то есть слушать Бхагаватам нужно из уст Бхагаватам. То есть существует Бхакта Бхагават и Гранта Бхагават. И Бхакта Бхагават, он может читать Гранта Бхагават, может с любовью. И тогда вы можете слушать вот такое чтение, такое воспевание. Бхакта Бхагават может читать Гранта Бхагават, но а другие люди не могут. И Бхагаватам вы можете получить прему, слушая Бхагаватам. Это абсолютное сокровище. Мы на словах это говорим, что Кришна према — это сокровище абсолютное, но у нас нет этого понимания, нет этого осознания. Шримад Бхагаватам — это Кришна. Кришна лилы. Шримад Бхагаватам, он не отличен от Кришны, а Кришна не отличен от Махапрабху. Мы можем сказать, что Гора лилы — это объяснение Кришна лил. Или мы можем сказать, что Гора Лилы — это объяснение Шримад Бхагаватам. Почему мы зовем Вайшнавов Махабхагаватам? То есть почему мы говорим Махабхагават Вайшнава? Вайшнава Махабхагават. Потому что Шримад Бхагаватам, он осознал Шримад Бхагаватам и применяет его в своей жизни. Он Махабхагават. Шриман Махапрабху always in every
В общем, я вам рассказала уже, как Рупа Госвами Пад, он прибыл в Баджан Кутир Харидас Такура, и все они обладали похожим этикетом, то есть они были смиренными, скромными. Мы не имеем права заходить в храм Джаганатхи, и в Гамбиру мы тоже не имеем права заходить, потому что там все преданные, они, если до нас дотронутся, они осквернятся. А у нас сложное эго. Почему нам нельзя? Парампуджапад Шридхар Госвами Махарадж, он дал такие наставления ответственному Паматху, которого я сейчас не хочу называть его имени. Он сказал: Шридхар Махарадж, не позволяй всем на кухню заходить, не позволяй кому угодно идти в алтарную, заходить в алтарную, не разрешай всем подряд, не разрешай кому попало садиться на вьясасану, ну, то есть всем подряд. Но кто сейчас этому следует? Кто-то, после того, как он слышит вот эти вот наставления, он злится. Почему нам нельзя? У нас инициация, мы получили инициацию. Так много ложного эго, такое большое ложное эго. Почему я не могу зайти на кухню? Почему я не могу поклоняться божествам в вот храме? И кто может дать ответ на этот вопрос? Почему? Они не готовы это выслушивать. Так много ложного эго, такое большое ложное эго. Чайтанья Махапрабху, он мог с легкостью заставить Рупа Санатану: «А, пойдемте со мной в храм Джаганатха». Он мог их с собой спокойно взять. Он, Махапрабху, не глупец какой-то, он знает, насколько они чисты внутри и снаружи. Какую бы чистоту вы не имели в виду, они чисты. То есть, что вы имеете в виду под чистотой? Их происхождение, оно самое возвышенное. Они браманы высшей категории. Они поддерживали чистоту внешнюю, внутреннюю. Они были с ведущими в шастрах. Обладали шастры-гьянами, были пандитами большими. Махапрабху мог спокойно заставить их с собой зайти в храм Джаганатхи. «Пойдемте», но он так этого не сделал. Махапрабху так не сказал. Махапрабху мог с легкостью позвать с собой Харидас Такура в Гамбиру. Махапрабху не надавил ни на Рупу, ни на Санатану, но он сказал: «Я буду сам к тебе приходить каждый день». Смотрите, сам Джаганат ходит, идет и приходит к своему преданному. Весь мир идет в Джаганатпури, чтобы получить даршан Джаганата, ну, в смысле, в Джаганат-мандир. А тут сам Джаганат идет к Харидас Такуру, чтобы получить его даршан. Прям как в случае с Друва Махараджи. Бхагаван сказал: «Я пойду посмотрю на своего маленького Бхакту. Я пойду в Мадуван, чтобы получить даршан моего Бхакты». Не чтобы дать даршан Бхакти. Смотрите, какая удивительная вещь. Если вы только задумаетесь, вы сойдете с ума. Поэтому Махапрабху, у него было такое правило. Он ходил каждый день на арати в Джаганат Мандир, и на обратном пути он заходил к Харидас Такуру. И если там был Санатана с Харидасом, то также и Санатана получал милость Махапрабху. Когда Санатана приходил в Джаганатпури, он останавливался у Харидас Такура. И Рупа тоже. Но Махапрабху никогда не заставлял их. То есть в чем заключается секретное наставление, секретное учение? Махапрабху никогда не хотел нарушать варнашрама-дарму. Варнашрама-дарма, она применяется до определенного момента. Не забывайте об этом. Варнашрама-дарма, она применяется до определенного момента, после которого, в наступление которого не обязательно следовать варнашрама-дарме. Предположим, кто-то находится на каком-то уровне. Ну, например, кто-то кшатрия, вайшья и так далее. И в процессе совершения баджана
когда такой человек, он поднимается до уровня Парамахамсы, то есть он видит Кришну повсюду, то в данном случае вы можете применить Варнашрамадхарму к Парамахамсе. Нет, сейчас он Парамахамса. Варнашрамадхарма сейчас, ему не нужно ей исследовать. Варнашрамадхарма, она нужна до определенного момента, до того момента, как кто-то станет Парамахамсой. Рупа Госвами Пад, Санатана Госвами Пад, все они Парамахамсы. Они естественным образом, они естественные Парамахамсы. Им от природы Парамахамсы. Как Наротам Такур. Наротам Такур всю жизнь проносил белые доти. Он не принял саньясу, ну, в смысле, не носил одежду саньясы. Он просто одевал доти, как обычный преданный, но он от природы Парамахамса. И в данном случае Варнашрамадхарма, она не применяется. И Шриман Махапрабху, он хотел показать то же самое. Но есть много идиотов, которые они написали много чего негативного о Шримане Махапрабху. Они говорят, что Махапрабху, он разрушил систему Варнашрама. О, Махапрабху — это единственный человек, который вот так относился. То есть он уничтожил всю систему. То есть они его человеком называют, не Богом. А кто сказал, что Махапрабху хотел уничтожить Варнашраму? Возвышенные преданные, кто любит Махапрабху, они могут быть грехастами, они могут быть отреченными, они все могут быть парамахамсами. То есть преданные, великие преданные Махапрабху, они все парамахамсы, но Махапрабху никогда не хотел нарушать законов. Он был очень осторожен. Он, то есть, внешне соблюдал правила, а в сердце он давал огромную любовь. То есть Махапрабху, он любил очень Харидаса, но он ему не сказал «заходи в Гамбиру». Он пытался поддерживать баланс. И он поддержал вот это настроение скромное своих преданных. Преданные, они такие возвышенные, что Кришна смотрит на них наверх, снизу вверх, насколько они возвышены. Это не какая-то философия. Санатана уже вернулся во Вриндаван. Мы уже это обсудили, но я забыл вам рассказать, что Махапрабху сказал Санатане, ты расстраиваешься, когда я тебя обнимаю, потому что у тебя вот это кожное заболевание, но ты не знаешь, что Кришна послал тебе эту болезнь, чтобы проверить меня, потому что если я начну питать в тебе какие-то негативные эмоции, потому что я возненавижу твое тело, тогда Кришна меня накажет. Тело преданных, оно апракрита. Махапрабху нас учит. Чистые преданные, их тела, они трансцендентные. Может быть, внешне мы найдем в них какие-то болезни, но это испытание для нас. Это не болезни. Чистые преданные не болеют. То есть Кришна послал тебе это заболевание, чтобы проверить меня, люблю ли я преданных от сердца или нет. И если бы я не любил тебя, ну, не стал продолжать тебя любить, то Кришна бы он мне это не простил. И Махапрабху сказал, Прабху сказал, я до тебя дотрагиваюсь, а ты расстраиваешься, но ты знаешь, почему я тебя трогаю? Потому что я не обладаю такой чистотой, какой ты обладаешь. Ты настолько чист, я не обладаю такой чистотой. Вот поэтому я до тебя дотрагиваюсь, чтобы очиститься. Посредством прикосновения к тебе я хочу очиститься.
Я поймите теперь, какое у нас сложное эго. Прабху сказал Санатане: я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься. И у меня нет такой чистоты. Во мне я не настолько чист. Сам Бхагаван сказал, поймите. Преданные, где бы они ни родились, если они чистые и преданные, то не должно быть никаких ограничений. Когда преданный он чистый, то не применяются правила никакие, и не нужно следовать варнашрамадхарме. Тем не менее, на протяжении всех лил Мапрабу он поддерживал баланс, он защищал варнашрамадхарму, но в то же время... Например, Мапрабу в Варанаси остановился в доме Чандрасекарачари, но прасад он принимал у Тапан Мишры, чтобы поддержать систему. Но если вы скажете, подумайте, что Мапрабу ненавидел Чандрасекара, нет, это не так. Он просто хотел поддерживать баланс. То есть я остановлюсь в его доме, чтобы пролить на него милость, а приму прасад в доме Тапан Мишры, чтобы сохранить баланс. И в Матуре Мапрабху повстречался с Санария Браманом. И Санария Браман, они не могут предлагать ничего саньяси. И Санария Браман сказал: тебе не следует ничего у меня принимать, от меня принимать, потому что я Санария Браман. И Махапрабху сказал: нет. Махаджаны нам показали дорогу. И мне не нужно уже ничего думать, чего-то придумывать. Уже когда ачарья говорит что-то неправильно, то он обречен. Мапрабху сказал: мне не нужно больше ни о чем думать. То, что сделали предыдущие ачарьи, я могу идти по их стопам. Я не могу чего-то нового говорить. Мадхавендра Пурипад, он принял прасад в твоем доме. Конечно же, и я могу принять прасад в твоем доме. Но тебя же будут критиковать люди, но пусть и критикуют. Что, как поступали наши предыдущие ачарьи, мы должны следовать этому пути. Но когда мы уйдем, следующие поколения, если они будут применять эту шлоку к падшим ачарьям, то это, конечно же, нехорошо. День за днем все больше и больше осквернения в Харибаджане, в духовной жизни, но люди могут... То есть я хочу уточнить этот момент, что махаджана имеется в виду настоящие махаджаны, истинные махаджаны, а не притворщики. Махаджан — это значит, что у них ачаран, этикет, то есть все по шастру. Не то, что там кто попало, он, просто его выбрали ачари, и нужно нам по его стопам идти. Нет, Мапрабху такое не заверит. Рупа Госвами, он также не заходил в Гамбиру, он также не заходил в храм Джаганатхи. И Прабху, он приходил ежедневно, чтобы дать даршан. Я вам рассказал вот эту вот лилу Санатаны Госвами вам рассказать. В общем, Махапрабху сказал: дотрагиваясь до тебя, я очищаюсь. И я дотрагиваюсь до тебя, чтобы получить благо, чтобы очиститься. И я не обладаю такой чистотой. Но внешне Мапрабху не нарушал никаких правил, никого не заставлял заходить в храм и так далее. Точно так же Бхактинот Такур, он наставил Вимала Прасад Сарасвати. Он сказал: установи Дейва Варнашраму Дарму. Мы не понимаем. Бхагаван Шри Кришна, он уже сказал о Дейва Варнашраме Дхарме, и также в Бхагаватам говорится о Дейва Варнашраме Дхарме. Дейва Варнашрама — это не какой-то новый титул.
не какой-то термин, не какое-то нововведение. Тем не менее, нужно восстановить варнашраму дхарму, потому что люди, они не подчиняются. Также и Махапрабху. Он хотел всегда установить варнашраму дхарму. Харидас Такур, он из семи мусульман, а Бабсидас Бабаджи Махарадж, он из семи рыбаков, а Горкишор Дас Бабаджи Махарадж из семи вайш, Рагунат Дас Госвами также из семи вайш. Но нам не нужно ломать голову этими вещами. Нам нужно обратить внимание на одну вещь. Кто Ришабдев? Ришабдев — это Шактавеш Аватар. О нем вы найдете в пятой песне описание его игр. Ришабдев, он был Шактавеш Аватаром, и он был кшатрий. Ришабдев — это кшатрия. Но все его 100 сыновей, Бхарат Махарадж был лучшим из них. 9 они стали Навайогендры. В 82 сына стали кармаканди браманами. И вы можете такой вопрос задать: как же они стали браманами, если они родились в семье кшатри? Но варнашрама дхарма так не работает. Утром я вам уже сказал. Как Гаутама Муни, он разрешил вопрос по поводу вот этого вот молодого человека, который к нему обратился, ребенка. Он сказал: ты откровенен, ты правдив, значит, ты браман. Бхагаван уже сказал, что варнашрама дхарма основывается на качествах. На качествах, на интересах, на поступках. То есть какое у вас настроение, какова ваша природа, что вам нравится делать. То есть в зависимости от этого вы занимаете то или иное положение в варнашрама дхарме. Не то, что сын брамана, он брамана. Сейчас браманы, они не могут поддерживать чистоту. Все осквернено. Нужно поддерживать чистоту в семи поколениях. Если браманам это удастся, то они могут быть названы истинными браманами. Но, по крайней мере, если вы не хотите налагать такие ограничения, если вы скажете: о, каликал, так тяжело, тогда, по крайней мере, три поколения чистота должна поддерживаться. Качество, характер, поведение, все должно совпадать с качествами, которые обладают браманы. Это все описано в шастрах. Все вот эти вот качества. Если то есть все качества, они у вас присутствуют, все браманические качества. Предположим, что у вас есть все качества брамана, но нет одного качества единственного. Какого? У вас нет веры в Бхагавана Вишну. Вы не имеете веры в Нараяна Вишну. Тогда вы не браман. Если вы украшены 12 качествами брамана, но у вас не хватает одного качества, какого? Вы не верите в Бхагавана.
тогда вы не браман. Дейва Варнашрама – это не что-то новое, но тем не менее знания о том, как применять Дейва Варнашрама, были потеряны. Люди делали, поступали каким-то, ну, то есть по капризу, по собственному, следовали капризному пониманию взбалмошному. И Бхактивинода Такур дал такие наставления Прабхупаде, чтобы тот восстановил Дейва Варнашраму Дарму, потому что демоны разные стали оскорблять вайшнавов. Они стали говорить, что только низшие классы становятся вайшнавами, потому что у них выбора нет. Ну, что-то в этом роде. И Прабхупада, он был в Баджан-Кутире на Радакунде, и один панда сказал, Рагунат Дас Госвами, он был из низшей касты, и, как правило, он жил здесь, и он предлагал пранамы нашим предкам, и он брал пыль с их лотосных стоп, потому что он был низшей их по касте. И когда Прабхупада это услышал, он превратился в огонь, воспламенился. А вы смотрите сейчас, как себя ведут ачарьи. Они, когда слушают оскорбления вайшнавов, вы можете оскорблять сколько хотите и нашу Гуруваргу, а вот ачарьи современные, они говорят, мы вайшнавы великие, мы если будем протестовать, то тогда все скажут, что мы не вайшнавы, мы протестуем. И поэтому никто ничего не говорит. Столько всего происходит, оскорбления совершаются. Но ачари современные, они хотят позиционировать себя как великие вайшнавы, они ничего не говорят. Но признак вайшнава, он протестует в таких случаях. Если они этого не делают, то они будут, ну, как бы, убраны со своих позиций, то есть они будут потеряют свои места. И после того, как Прабхупада услышал вот такой вот комментарий этого пандита, то он стал поститься. Он 2-3 дня не ел, не пил, и тогда новость распространилась по Радакунду, и все пандиты, они нашли вот этого вот оскорбителя, они его схватили и привели к Прабхупаде. И он тогда изменился. И Прабхупада начал тогда ему говорить Харикатхо о Дейва Варнашрама Дарме. Мы не можем поместить Рагунатдас Госвами вот в эту систему. То есть мы не можем вообще его категоризировать. То есть мы не можем ему присвоить никакую категорию. Это неправильное понимание, потому что преданные, они преданные. Если я найду одного чистого преданного из-за рубежа, как, например, Садананда Свами. Садананда Свами такой чистый, даже индусы преданные не могут добиться такой чистоты. И мы не знаем, нам получится за всю жизнь приблизиться к чистоте Садананда Свами. Настолько он велик, настолько велико его положение. Я всегда выражаю свое почтение ему. Как мы можем добиться такой чистоты? Прабхупада никогда не сказал, что вот о, он из-за рубежа, значит, он падший. Нет, это не то, как рассуждает Гуранга Махапрабху. Поэтому Прабхупада, он объяснил, у нас нет права говорить, что Рагунат Дас Госвами родился в какой-то семье невысокого происхождения. То есть он... И это было своего рода революцией в сообществе панд. Они все стали очень осторожными. Даже оскорбили Прабхупаду, его не впустили в один храм, что-то в этом роде. Там был один панда, и он сказал, что Прабхупада, он раздавал инициации шудрам, давал им шнуры священные. И тогда Госвами Махарадж, он отправился туда со Шридхар Махараджем. И, в общем, Прабхупада даже ему не нужно было туда идти. И Госвами Махарадж, он было достаточно только Госвами Махараджа. И, в общем, он там порезал все аргументы на части. Идиоты, как вы можете такое сказать?
А, вот он только шудрам раздает шнуры священные, поэтому мы этих шудр сюда не позволим им войти. И тогда Госвами Мараш, он Госвами Мараш, Ван Госвами Мараш, Шридхар Мараш, они все из великих, ну, в общем, они браманы очень возвышенные. То есть кто сказал, что они шудры? То есть они дали ответ, подходящий ответ. И это обязанность ачарьи давать ответы на вот такие оскорбительные заявления. И вот Гуранга Махапрабху, он не давил ни на кого, не заставлял никого, но в то же самое время он старался поддерживать баланс. Вы видели, что когда-то Махапрабху или Бхактивинода Тхакура, или Прабхупада, что они совершили Сиддханта Вирод, какую-то ошибку в Сиддханте? Почитайте их книги и статьи. Бхактивинода Тхакур следует Махапрабху. И когда Прабхупада, он видел какие-то отклонения, то есть он сразу принимал форму льва и защищал Сиддханту. И произошла вот эта вот игра. Предыдущий гуру, я не хочу называть его именем, гуру Бхактивинода Тхакура, он пожелал положить свои стопы на голову Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура его оставил. И вот этот гуру, он, Бхактивинода Тхакура ему однажды предложил поклоны, а гуру, он решил поставить свои стопы ему на голову. И тогда Вимала Прасад, ему было всего 7 лет. И он зарычал, как лев. Ты думаешь, что у тебя есть такое право, чтобы положить свои стопы на голову этого махаджана? Прабхупада был маленьким мальчиком, ему всего 7 лет было. Бхактивинода Тхакура — это Гуранга Паршат, спутник, вечный спутник, не просто какой-то возвышенный, преданный и пандит серьезный. Бхактивинода Тхакура, он приходит сюда непосредственно от Гуранги, но вот этот гуру, он захотел поставить ему свои ноги на голову. И что тогда, Прабхупада, он не вайшнава, потому что он запротестовал? Конечно же, он не вайшнав. Прабхупаде было всего 7 лет, он зарычал, как лев. Ты думаешь, что ты обладаешь таким могуществом, чтобы положить свои стопы ему на голову? На голову Бхактивинода Тхакура. Не все могут протестовать, потому что, чтобы протестовать, у вас должен быть позвоночник. Если у вас нет позвоночника, если вы болтаетесь где-то в воздухе, то как вы можете протестовать? Нужны основы, серьезные основы, иначе вы помрете. Рупа Госвами Пад жил в Нилачал Даме, нескинчен он был, и Харидас Тхакур, он тоже был нескинченным. Рупа Госвами Пад, он постоянно писал или совершал харинаму, и мы знаем из Сад Госвами Аштакам, как они жили во Вриндаване Госвами. Они не спали, не ели практически. Они всегда писали грандхи. И вот Рупа Госвами Пад, ему очень нравилось жить с Харидас Тхакуром, потому что они, ну, подходящая компания это была, подходящее общение. И совершали всегда парикраму, Тулси парикраму. А вот Харидас Тхакур совершал служение Тулси, Рупа Госвами, он писал грандхи. И вот они харикатху обсуждали. Иногда Харидас Тхакур говорил харикатху, а Рупа Госвами Пад слушал, иногда наоборот. И когда Рупа Госвами Пад жил во Вриндаване, вот все эти Госвами, они собирались, Рупа Санатан, Рагунат Бхатта и так далее. Они, когда собирались, они всегда обсуждали темы о Гуранге Махапрабху, постоянно слушали его славу, постоянно его прославляли. Это нечто невозможное. Нужно возвыситься на этот уровень, чтобы понять это блаженство. И однажды
Бхагаван Ачарья — это один хромой, преданный, хороший преданный, и у него повреждена нога была. В общем, Бхагаван Ачарья жил в Пурушоттам Даме, потому что там Махапрабху был. И он очень был простым человеком, не было никаких сложностей у него в характере. И один из его друзей, мы можем сказать, что это был его брат, он прибыл из Варанаси, и его звали Пракрита Кави. В Чайтанья Чаритамрите на него ссылаются как на Пракрита Кави. Материалист, писатель-материалист, материальный поэт. В Чайтанья Чаритамрите упоминается его имя. Пракрита Кави. И вот он прибыл и встретился с Бхагавандасом после долгого времени, они не виделись. И он написал что-то о Гуранге. Настолько он дерзок. Он написал что-то о Гуранга-татве. И Бхагавандас, он стал настаивать, ну, то есть просить вайшнавов, о, вот этот Пракрита Кави, он попросил Бхагавана Даса, чтобы тот ему организовал ну, собрание преданных, чтобы все преданные послушали, что он там написал. И Бхагаван Дас, он был очень простым преданным, и он, да, согласился, сказал, конечно, конечно, я тебе помогу. И тогда он стал просить преданных, вот он пришел из Варанаси, он там выучил Веданту и все остальное, а почему бы нам не послушать, что он там написал о Гуранга Татве. И Сарупа Гусами сказал, ты очень такой простодушный, прям как пастух. Когда кто-то что-то пишет, тебе все, ну, как бы... Не-не, он большой пандит, если вы послушаете, что он написал, вы поймете. И тогда... И тот Пракрита Кави, он хотел прочитать свои произведения перед Махапрабху, как Балавачарья. Помните, я вам рассказала уже, что Балавачарья, он хотел прочитать комментарий новый свой на Бхагаватам, и Махапрабху тогда ему сказал, что у меня нет права слушать комментарий, я не квалифицированный, ты можешь кому-то другому почитать. Махапрабху проигнорировал его. И Бхагаван Ачарья, он стал просить преданных, приходите и послушайте. Он выучил Веданту и так далее. И в итоге преданные собрались в полдень. И вот они сели там в одном месте. И Сарупа Госвами — это самый важный сиддхантавид. И завтра я вам расскажу, почему мы называем Сварупа Госвами, считаем Сварупа Госвами авторитетом в этих вопросах, по вопросам Сидданты. Кто ему дал этот авторитет? Кто ему дал такое право? Сварупа Госвами — это лидер вайшнавов. И, в общем, под руководством Сарупа Госвами все преданные собрались. И вот было такое правило, установленное Махапрабху. Когда кто-то что-то писал, спектакль, статью, поэму и так далее, когда кто-то что-то писал, изначально это должно пройти было через Сварупа Госвами. То есть Сварупа Госвами сначала должен был это утвердить. То есть проверить и утвердить. Если вот произведение оно признавалось Сварупа Госвами, тогда его могли дать послушать Махапрабху. Вот как, например, сейчас, когда мы читаем статьи, слова Прабхупады, то все, никаких проблем. То есть там уже сразу штамп стоит. И одна Матаджи из Урисы, ученица Пури Мараджа, Бхактивайбапури Госвами Мараджа, она стала спорить по поводу вот этого вопроса.
положение ачарьи женщин. И я прочитал много лет назад у Бхактивинода Такура, он об этом пишет, но я не помнил, где я именно это прочитал. Я это прочитал где-то 18-20 лет назад. То есть я помню, что Бхактивинод Такур сказал, а где, не помнил. В общем, я искал, и в конечном итоге я вспомнил про Шикшамриту, и вот там нашел вот в этой главе. И тогда я процитировал Бхактивинода Такура, скан сделал на Бенгали. Если вы знаете Бенгали, вы можете прочитать. И тогда она остановилась, успокоилась, но она все не прекращала, она все почему да почему задавала вопросы. Когда мы читаем слова Бхактивинода Такура, Прабхупады, Шридхар Махарадж, Кешава Махараджа, это все, это можно принять вслепую, то есть это все в порядке там, потому что они на 100% в линии Гуру Варги, в Широта Панте. А если вы хотите придумать какие-то новые значения, потому что вы принадлежите каким-то политическим партиям, то я это не имею в виду. То есть нужно сначала все пропустить через призму Шрота Панты. Если вы будете читать слова Шридхара Махараджа, Кешава Махараджа, найдите ошибку, одну единственную ошибку в их, в том, что они написали. Это невозможно. Все стандартно, ну то есть все исходит из Вайкунта Джагаты. Они не дают какие-то лекции кому-то. Они не дают лекции. Их слова, все, что они пишут, их понимание, их сиддханта, все снисходит из Вайкунты. И вот это было правило, установленное Махапрабху. Когда кто-то что-то писал, сначала ему нужно было обратиться к Сварупа Госвами. Поэма, стих и так далее. Сначала все должно быть показано Сварупа Госвами и одобрено им. А иначе Махапрабху, он не желал ничего слушать. Если Сварупа Госвами одобрял то, что было написано кем-то, то тогда Махапрабху, то этот преданный получал право прочитать это Махапрабху. И вот этот вот Пракрита Кави, он хотел прочитать это Махапрабху, но Махапрабху, он уже установил это правило. И таким образом все преданные собрались, чтобы послушать, что написал вот этот Кави. И все преданные, возвышенные, они уселись на своих местах, и тогда Кави стал читать свое произведение. И на самой первой шлоке Сварупа Госвами он закричал: «Глупец!» Когда Кави начал прославлять Гурангу, он его как-то сравнил с Джаганнатом таким образом. То есть сделал какой-то, провел анализ какой-то сравнительный. И он таким образом написал, что это было оскорбительно по отношению к Гуранге. На 100% оскорбительно. Смысл был таков, что Гуранга Махапрабху, он Брахма, и даже и Джаганнат тоже Брахма, но каким-то образом они отличные Брахмы. То есть после того, как... То есть смысл получился такой, что Гуранга это как бы Брахма и Джаганнат Брахма, но Брахма он один, единственный, не может быть двух Брахм. И тогда Сварупа Госвами, он услышал первую слоку, он сразу же закричал: «Ты глупец, где ты такое нашел?» И все были в шоке. И вот этот Пракрита Кави, он тоже сразу же застыдился, и больше он не мог читать ничего. И Бхагаван Дас, он расстроился, преданные все расстроились, он хотел прочитать, но в итоге так получилось. И в итоге Сварупа Госвами, он пролил на него милость свою. Он сказал: если ты хочешь написать что-то о Гуранге, тебе нужно общаться с преданными Гуранги, с его паршадами. Это первое наставление, что он дал.
не общаясь с чистыми преданными, вы не имеете права говорить харикатху. Если вы будете это делать, то вы будете говорить что-то неправильное. Вам нужно получить истинное, подлинное общение с преданными. Вам нужно сгармонизировать свое сердце с сердцами вайшнавов, и тогда вы сможете говорить сиданту, а не что-то там придуманное. И Сарупа Госвами, в общем, он пожалел вот этого Кави, и он ему с большим состраданием сказал: «Тебе сначала нужно получить общение Паршада в Гуранге». На бенгальском. Как вы можете узнать сиданту? Каждый день нужно каждодневно общаться с паршадами Гуранги. Тогда ты сможешь понять сиданту, осознать ее. А иначе все, что ты будешь писать, оно бесполезно. И в Чайтанья Чаритамрите написано, как правило, Махапрабху, он не желал никогда ничего слушать, когда кто-то что-то писал, и он очень расстраивался. Те, кто проповедуют сейчас, в настоящее время, они должны слушать вот это вот, услышать об этом. Когда кто-то читал какой-то Сиданта Вирот или Расабас, Махапрабху, он выходил из себя, то есть он не мог переносить этого, то есть это очень важно. Если вы напишете, что Яшода Ма, она смотрит на Расалилу Кришны, как это возможно? Это глупости какие-то. Вы можете в это поверить? Это противоречие какое-то. Яшода Ма — это мать Кришны, она любит его как мать. Как мы можем думать, что она будет смотреть на Расалилу? Это какие-то глупости. Это невозможно, это противоречие. Когда раса, одна раса пересекает другую расу, то это осквернение. Это становится своего рода это осквернение. Махапрабху, он в этом случае, он выходит из себя, то есть он не может этого разрешить. Нету даже здравого смысла, что такое Мадурья раса, что такое вообще Сиданта. Махапрабху, он всегда злится, когда он такое слышит. В Чайтанья Чаритамрите написано: Прабху, он не может выносить Сиданта Вирот, Расабас. Вы думаете, что вы большой босс, иногда начинаете, следуя вашим капризам, говорить какую-то Сиданту непонятную. Это не будет принято Махапрабху. Прежде чем что-то сказать, нужно подумать 1000 раз, о чем вы говорите, что вы хотите сказать. Одна ошибка, она может вызвать целую, то есть эволюцию, видоизменение. И вот столько раз такое происходит, что кто-то что-то пишет, какую-то сиданту неправильную. Один большой ачарья в 2002 году, он одобрил вот это вот сиданту, что Баладао Джей Мараш, он совершил Расалилу с гопи Кришны. Но это так не должно такого быть допущено. А кто-то пишет, что в Кали-югу, в эту конкретную Кали-югу, Кальки-аватар не появится. Не будет Кальки-аватар. То есть кто-то, может быть, сказал 40 лет назад, а кто-то другой ачарья, он поддержал эту сиданту. И вот есть преданные из России, они задали вопрос, каково мнение Шамбавы по этому поводу. И очень
смиренно я ответил, что это очень серьезная вещь, потому что ни с кем я ссориться не хочу, но и поэтому я начал свой ответ с извинений. То есть я маленький человек, я вам приведу все доказательства из шастр. Не думайте, что я хочу идти против этого ачарьи или того ачарьи. И если вы примете меня, находясь в нейтральном положении, то есть если вы увидите, что это доказательство из шастры, вы можете это принять. А если вас это каким-то образом оскорбляет, вы можете отказаться от этого. Но не сражайтесь, не ссорьтесь. То есть я привел все доказательства из Писаний, и до сих пор никто больше не обратился ко мне по этому вопросу, потому что они верят. Я даже дал все доказательства. Если бы Кальки аватар не должен явиться, не должен был бы явиться, тогда этому должны доказательства какие-то быть, но покажите мне эти доказательства. То есть я дал доказательства из обсуждений Санатаны Махапрабху, Калки, Пуран и так далее. То есть они поняли, что Баба сказал правильные вещи. И завтра я расскажу о Радхаятре, как Рупа Госвами, ну, о Рупа Госвами я расскажу. И завтра мы начнем вот эту новую главу, и постепенно мы начнем обсуждение последних 12 лет Махапрабху в Нилачалдаме, как он был поглощен в Нитья-лилы. Постепенно я вам это все расскажу. У нас осталось 5-6 дней.